Газовая котельная мясокомбината, которая не функционировала из-за ремонта и долгов собственника, вновь работает. Подачу горячей воды возобновят для 15 многоэтажек на улицах Сухарная, Холодильная, Дусик-Вальчук, Стасова и Тимирязева. Горячую воду по вине собственника котельной с 10 июля не получали несколько тысяч человек. Также водоснабжение восстанавливают в детсаду, роддоме, общежитии. Газ подали спустя больше, чем месяц, так как предприятие погасило часть долга и направило поставщику топлива гарантийное письмо. Общий долг собственника котельной около 5 миллионов рублей. Чтобы возобновить работу источника тепла, департамент энергетики и ЖКХ города обратился в прокуратуру и антимонопольную службу. Ведь больше, чем на 2 недели горячую воду отключать нельзя по закону. До конца следующего года дома в зоне котельной мясокомбината переведут на централизованное теплоснабжение. Мы переоборудуем ее под центральный тепловой пункт с теплообменниками соответствующими и с насосной аппаратурой, с регулирующей аппаратурой, современная. А туда сейчас подтягивается теплотрасса и будет все это запитано от централизованного теплоисточника, ну, собственно, как весь город. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.